вот такая вот грабля. Ну не смотрите, она у меня тут тюнингованная немножко. Термоусадочная трубка на рукоятке. Рукоятка деревянная. Разной длины. У кого-то здесь железный. Железная вставка тонкая, ну типа полегче. Ну вот я привык к такой, потому что я хватаюсь вот здесь иногда и собираю вот так. Вот. Нержавейка. Каркас. Прутья, нержавейка. Вот так сделаны, здесь пробиты. Она у меня, конечно, на саморезе, потому что сломалась. Она у меня лопнула вот так и вот так. Надо покупать новую, 800 рублей стоит, 800-850 рублей. Вот, потом вам надо изготовить то, куда вы будете собирать. Сейчас покажу, это мой стол. То приспособление, куда вы будете собирать ягоды. Оно у меня сделано вот из такого 10-литрового ведра, по-моему, из-под смазки, что ли. Вот, сюда я сделал такую вот алюминиевую, как это называется, отбойник, ну, чтобы ограничитель, ну, по-всякому можно назвать, не знаю, пластина, в общем, чтобы ягода не высыпалась. Все делал быстро на коленке за вечер и собираю уже третий год. Вот, ну, в принципе, ничего не стоит, ведро такое можно найти там где-то, но это из-под смазки технологической, в технологических процессах используемой. Ручку не стал убирать, за нее ношу. Здесь сделал из алюминиевой трубки, по-моему, от раскладушки. Вот. И сюда немножко мягкого засунул как-то. Наверное, ну, что-то строительное такое. Либо от пенки. Да, от пенки кусок сюда засунул. Вот. И все, и ручка. Левой рукой держу, правой. Целую не собираю. Собираю где-то больше половины. И все. И получается... Три таких набирашки, целое почти ведро 20-литровое. Не знаю, сколько литров там получается. Ну и каждый раз по-разному, потому что используем... ну, то есть ягоды собираем в разных местах, где больше мха, где еще попадается. Вот такой комплект нужен, чтобы собирать ягоды. Ой. О, она у меня уже отламывается вся. Потому что вот этим краем я, допустим... Вот, убираю ветки с дороги, вот так откидываю и пошел собирать. Хорошая вещь, ничего кусты она не травмирует, все это ерунда, что говорят. Кто это вообще придумал? Наверное, те, кто не собирали ягоды никогда. Мы сгорела, нам все похило.